Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня в рубрике Indie Horror мы посмотрим игру One Late Night. Это недавно вышедшая игрушка, мне ее посоветовал уже достаточно большое количество народу, но успел я ее посмотреть только сейчас. Сами знаете почему, потому что был переезд на новое железо, просто не успевали. Давайте смотреть. Переводится это как «Одна поздняя ночь». Переписка. «Хорошо, скоро тебя увижу». В ответ: «Эй, извини, сегодня я задержусь, буду позже, чем обычно. Не уверен, когда я прибуду, но позвоню тебе по дороге домой». «Хорошо, прости, Линда, сегодня без ужина». Фу, как я устал. Время проверить, готов ли кофе. Наш герой, насколько я знаю, офисный планктон, сидит на работе допоздна, остался в офисе рабочего дня. То есть сверхурочные. LG. Нормальная такая марка. Но в игре, надо сказать, довольно крутая графика. Хорошо. Офис просто мечта. То есть закуток, где тебе никто не помешает. Все на своих местах. Это круто. Принтер. Хорошо. Возможно, в офисе кто-то кроме меня. Ну ладно. Офис Роберта. Интересно, куда он делся? Один день он был здесь, внезапно исчез и перестал приходить на работу. Хорошо, что ты срабатываешь-то на пустом месте? Вот завтра с утра админы придут, я тебе по башке настучу. За такие косяки. Тут же дураком можно стать. Так, хорошо, где у нас кофе? Понятно. Тут работал персонал. Тихо. Ну, довольно уютненько, надо сказать. А, вот оно. Смотри, комната для конференции. Не кисло так, да, живут, похоже, и работают. Лучше бы мне вернуться к работе. Ну ладно. Он опять включился. С кофе надо быть поосторожней, а то прольется. Горячий. Вкусный. Офис, похоже, фирмы под названием Webcom. Потому что на кружке. Знакомо это мне, довелось работать. Вообще, я не знаю, если человек пропал, как там, ну, домой позвонить хотя бы, как минимум, там, или в полицию. Если пропал, человек не выходит на работу, нет с ним связи. Странно это, но с другой стороны, офисные, рабочие. Кто хоть раз в офисе работал, тебе прекрасно представляет, что это. Я вижу тебя надпись. Когда я напечатал это. Короче говоря, кто хоть раз работал в офисе, тот представляет, насколько там все друг друга ненавидят. Серпентарий просто. Особенно если коллектив женский. Так, хорошо. Linux Box. Работают на линухе. Юзернейм. Окей. Какой у меня юзер? Black. Не подходит. Окей, неважно. Как бы там ни было. Не хотите, как хотите. Это что, Android? Круто. Обожаю Android. Да. Прекрасный офис. Интересно, чем занимается наш герой? Календарь. Гайды. Неважно. Непонятно совершенно. Что это с ручкой? Зачем? Зачем я ее достал? Этот принтер просто сводит меня. Роберта там? Просто сводит меня с ума. Какого черта?
Дальняя дверь открылась, насколько я помню. Она была закрыта в последний раз, нет? Обожаю туалеты. В играх, в смысле. Окей. Довольно уютно тут, да? Тихо. Ты что-то так громко щелкаешь, ты, елки-палки. Здесь что-то в туалете. Ключ. Ключ Роберта. Хм. Интересно. Ну, давайте посмотрим, что у него в офисе. Она мать. Хорошо, какого черта? Сходим. Посмотрим, что в офисе, я так понимаю, мы тут одни. Давайте сюда пройдемся, что у нас тут еще есть. Кабинет начальника, судя по креслу. Ух ты. Красиво. Красивая игра. Не знаю, на каком она движке. Я, честно говоря, совершенно не вдавался. Так, это что у нас? Складское помещение. Держись там. Хорошо, приятная картинка. Так, хайд, подожди. Тут хайд можно. Во как, ты посмотри. Интересно. Ладно, как мне теперь? А, все, выбрался. Так, что с сердцем? Это тут? Или это у меня в офисе? Ладно, пойдем. Звук откуда-то оттуда доносится. Неприятное место. То есть место приятное, но вдруг резко стало неприятным, как вся эта чертовщина начала происходить. Сейчас иду я. Что ж вы прям кошку дерете за хвост? Что это было? Кто стучит? Кто там стучал, мать вашу? Так. Фу, просто нужно расслабиться. Что? Твою... Твою мать. Это явно не к добру. Использовал ключ Роберта. Я слышу, как она стучит в дверь. Она приближается. Призрак или дьявол? Или что-то там еще? Не вижу. Я не хочу, честно говоря. Дьявол in veil? Что такое veil? Я, честно говоря, не знаю перевода. У Роберта явно были не все дома. О ком он говорил? Отлично. Доска для разговоров с призраками. Так, ну хорошо, давайте осмотримся. Абис. Залогиньтесь, пожалуйста. Роберт. Отнюдь. Хорошо. Я, честно говоря, не хочу начинать вот это дело. Он, похоже, сам виноват в своей участи. Верхние ящики открыть почему-то не могу. Нижние тоже. Подожди. Подожди.
Так, а что это нам дает? Сердце, успокойся, пожалуйста. Что где капает? Потолок потек. С таким дождем неудивительно. Время 12:08. Или это 12:08? Фу, так, ну ладно. Это что? Отлично просто. Я хочу вернуться, позвонить в полицию. Забыть про это. Я просто переработал. Кто же это был такой на телефоне? Связи, похоже, нет. Отлично. Я не хочу проверять, что там. Вот честное слово. Где-то тут. Тут. Пона мать. Это что за хрень? Что тут? Япона мать. Что щелкает? Закройся. Ой, у меня мурашки по коже. Ладно, нормально собрались. Не через такое происходить, да, вечно? Вечно я какой-то ерунды пугаюсь. Хорошо. Так, все в порядке. Фонарик уже не так светится. Все вполне неплохо. Блин, а это страшно. Ой, твою мать. Ой, не надо, не надо, не надо этого. Ох. Япона мать. Так какого хрена происходит, ну? Чего вы хотите от меня? Все нафиг, я в офис обратно, к себе. Что там щелкает, елки-палки, это тут что ли? Нет, это явно на кухне. У меня просто табунами мураши бегают по коже. Хорошо. Вот где-то тут. Кофе мне хватит, написано. А это ты капаешь? Наведем порядок. Мне просто показалось, это я сам все выдвинул в приступе, не знаю чего, и забыл про это. Мне просто привиделось. Так, куда прятаться? Сюда прятаться? Я не хочу прятаться. От кого мне прятаться? Все в порядке. Да где ты, елки-палки? Ладно. Короче, капай. Все, меня не колышет. Я пошел работать. Доработаю. Пойду домой спать. Эта дверь меня беспокоит.
Прячься, прячься. Прячься. Япона, мать. Ой, какого хрена происходит? Меня не найдут. Все в порядке. Япона, мать. Все, я увольняюсь с этой работы. Иду на рынок чебуреками торговать. Ладно. Хорошо. Убирайся. Убирайся, я понимаю, страшно, убирайся. Как мне войти в компьютер? Странно. Ну-ка. Нет, я тоже не подходит. Почему эта музыка продолжает играть? Хорошо, что делаем дальше? Она ушла? Япона, мать. Вот это попали, да? Привет, написано. Ну да, привет. Там что-то на стуле, мне кажется. Да вроде нет. И тут вроде все в порядке. Фу, хорошо, ладно. Что-то я маленько успокоился. Вроде все. Опять эта мелодия. Откуда она играет? Какого черта вообще происходит? Я не хочу просто идти обратно. Это явно с нашего радио играет, но возможно... Возможно, не с нашего. Так, почему тут нет двери? Прячься. О, как хорошо я спрятался в кабинете начальника. Фу, выходи. Ладно, все нормально. И не с таких передряг выбирались. Так, что нам в итоге делать? Мы не выберемся отсюда, похоже, да? Выпустите меня, пожалуйста. Я бы взял вот этот стул, расхреначил окно и был бы уже дома. Слушай, эта мелодия играет из комнаты Роберта, нет? А может, эта мелодия означает, что я в опасности? Я прекрасно понимаю, что... Почему я не могу бегать, интересно? Мне бы это сейчас явно не помешало. Так, окей. Записка. Проверь мой ящик. Хорошо, конечно, но сначала я закрою дверь. Я бы проверил твой ящик, если бы он был... открыт. Записка. Свет, твой друг. Хорошо.
Р – это подпись Роберта, подсказывает капитан очевидность. Фонарик. Отлично. Батареек нет, лучше поискать. Интересно, где же они могут быть? В кладовке, скорее всего, да? Нет, это свечка. Твою мать. Мелодия начинает играть, когда где-то поблизости эта тварь, судя по всему. Так, тихо, спокойно. Да, блин. Я не уверен, что она тут, поэтому так можно очень долго сидеть. У нас тут свет. Мы в безопасности, судя по всему, нет? Сразу туда, сразу туда. Давай, давай, лезь. Ну, да что ж ты не лезешь, ты уроды кусок. Фух. Это мое любимое место во всем офисе. Фу, капец. Как страшно-то. Неожиданно. Где могут быть батарейки? Почему продолжает играть эта мелодия? Я не знаю, честное слово. Тихо. Фу, вроде полегчало. Батарейки там. Да вроде нет. Скорее всего, именно там, у уборщицы в офисе. В офисе уборщицы, как звучит, да? На самом деле просто кладовая. Хорошо. Так. Это тут. А, это сидерки. Ну, нету, к сожалению. Так, где еще они могут быть? Ну, сейчас будем полномерно исследовать, я так понимаю. Где-нибудь, возможно, завалилось чутка. Я чувствую себя безопасно вот около таких лампочек. Так, почему я третью не могу открыть? Здесь ничего в верхнем. На кухне могут быть тоже. Так, второй. Третий не открывается. Ну да ладно. В ящике я не думаю, что что-то будет. Хорошо. Сейчас на кухню пойдем поищем. Да. Отнюдь. Так, ну где же? Тут. Ой-ой-ой, твою мать, твою мать, твою мать. Да прячься, 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 ну. Интересно, вот такие звуки, это значит, что она близко, или что это значит? Не знаю, меня не видно. Все. Нет, мелодия, похоже, так и будет играть. Из батареек... Ой, из радио батарейки высунуть, конечно. Так, закройся, пожалуйста. Вот, отлично. Батарейка. Duracell. Новая. Отлично. Так, теперь, как мне взять фонарик? Не хватает. Нужно еще одну найти где-то. Окей. И в
Вроде как, насколько я знаю, батарейки. Тихо. Каждый раз в случайном месте оказываются. Фу, вроде попустил, да? А вон еще одна, смотри. Еще одна батарейка. Двух-то батареек хватит или три нужно? Батареек не хватает. В холодильнике было бы глупо держать батарейки. Там разрядятся. Так, ну. Точно ничего. Блин, это щелканье меня сводит с ума просто. Фу, так, хорошо. Уходим, что ли? Где могут быть еще? В принципе, где угодно, верно? Что-то у меня какое-то недоверие уже к этому конференц-залу, честно говоря. Так, что есть тут у вас? Нет. Увы. Так, а третий? Почему-то третий не открывается. Третий. Вот, вот так я могу открыть. Но там ничего нет, да? Ой, 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 ой. Давай-ка спрячемся. Да прячься ты, елки-палки. Япона, мать, как это сложно сделать. Что вот это такое? Может, через некоторое время, после того, как несколько раз эта мелодия сыграет, она придет сюда? Это было бы очень печально. Сейчас мелодия пройдет, и я пойду дальше. Япона, мать, попасть в собственном офисе, это просто печаль. Да, прекрасное место. Давай, заканчивайся уже. Так, сердечко заходится. По моим ощущениям, что-то справа там все-таки и правда есть. Давай, выходи. Да выходи ты, елки-палки. Ох, выходи. Откройте дверь, пожалуйста. Блин, я из этого шума ничего не вижу. Чё-то, честно говоря, в неосвещенное помещение не очень мне хочется идти. Да что поделаешь. Так, третья батарейка, ты где? Ты все, что мне нужно. Пусто. Что-то сердце вообще уже заходится, просто в истерике персонаж. В принципе, я его не виню. Фух, хорошо. Ну, знаете, игра такая, она страшная, но... Слишком мало событий на квадратный метр. В целом, поиграть определенно стоит, но явно далеко не самая лучшая такая вещица, верно? Но, конечно, держит напряжение. Вот сейчас вот я отпрыгнуть готов. Вот, вот тут, наверное, оно лежит. Тихо, 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 тихо. Япона, мать. Ладно, у людей просто скринсейверы. Такие больные. Хорошо. Зачем ты прячешься, когда тебя не просят? Убирайся обратно теперь. Ну, пожалуйста, давай быстрее. Блин, у нас времени мало. Ах, так.
Я вообще не могу открыть здесь. Тихо. Пожалуйста, просто дайте мне батарейку. Нет. Блин, что же, япона мать. Ох, к свету. Переждем это, ладно? Я не хочу в этот момент находиться в коридоре. Фу, почему бы просто не сломать это радио, ну... Жуть какая. Да. Я, честно говоря, ничего не слышу. Возможно, мы в безопасности. Там шаг только что слышал, что ли? Ой, мать. Ой, блядь. Уйди, 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 уйди. Уйди от меня. О, уйди. Уйди, мать твою, за ногу. Ой, я чуть не вкакался. Понятно, когда... О, так, ладно. Все нормально. Все нормально. Когда играет мелодия, в этой комнате лучше вообще не находиться. И вообще в этой игре лучше не находиться в эти моменты. Пожалуйста. Особенно, когда она играет так криво, похоже. Здесь тоже ни хрена нет. Я уже ненавижу эту игру. Какого черта? Зачем я за это взялся? Это просто беда, блин. Ну, нельзя же так. Долбанная Альма. Кругом. Кругом. Радио. Сломайте это радио, к чертовой матери. Хорошо. И что мне делать? Ну, нет тут батарейки. Я, честно говоря, думал, что мне кранты уже. Вот попал. Блин, может мне на кухне еще обыскать? Все-таки первые две мы нашли на кухне. Так, давайте по порядку. На втором этаже, судя по всему, нет вообще ничего. Вода это еще капает с противным абсолютно звуком. Первый этаж. Нет, пусто. Нет ничего. Тут нет ничего. Где ж ты можешь быть? Вот главный вопрос пока, который меня волнует. Нет. Возможно, тут внизу где-то. Блин, это... Я не эту хотел открыть. Закрой. Возможно, в самом низу. Но я не могу до тут дотянуться. А, тоска, печаль. Да, перепоратился просто знатно. Мьёльк. Интересно, это шведский какой-то, наверное. Нет, тут, насколько я вижу, ну, ничего. Там, блин, опять началось. Где же оно может быть? Вот тут еще не смотрели. Хотя с моей внимательностью она, возможно, у меня на голове стоит, а я даже не вижу. Это батарейка.
Капец, я заорал. Простите меня. Так, давайте пока вот это вот идет сигнал, и мы подождем. Я больше не хочу такого, честно говоря, никогда в жизни. Дайте мне батарейку. Почему бы не вынуть батарейку, я не знаю, там... Ой, ладно, не важно. Что же, где же ты можешь быть, ёлки-палки? Не хватает батареек. Сейчас совсем печально, да? Успокоился бы ты, экран. Вот этот шум, конечно, очень сильно мешает. Что? Там что-то было, что ли? Не вижу. Так, давайте еще раз заберемся. Только оттуда мы, похоже, сможем открыть второй ящик. Что это? Ощущение, что она совсем близко. Япона мать, да что происходит-то? Блин, где она? Фух, ладно, вроде нормально. Можно осмотреться. Где мне взять батарейку? Покажите, пожалуйста. Вот она, отлично. Фу, хорошо. Третья. Один наушник я, пожалуй, сухо стяну. Потому что иначе я сейчас просто дураком стану. Да все еще не хватает, да вы издеваетесь, что ли? Что за свинство? Где еще может быть? Просто называется «Обнюхай офис с головы до ног». Да, сердечко просто заходится. Так, ну что, ну где? Да, блин, опять начинается. Я, честно говоря, не понимаю вот этого вот принципа. Но понятно, что такая... Япона, мать, вон она стоит. Пусть стоит. Нашим легче. Какое-то страшное. А где еще может быть? Блин, мы уже все обыскали. Стой там. Ха-ха, нас даже не видит. Ну, я понимаю, что я теперь никуда не двинусь. Раз я вижу ее, значит, она там, значит, я в безопасности в эти моменты. Все еще стоит, смотри. Вот так вот выйдешь, а за углом она. Это будет просто пипец. Ну, исчезнет уже, я не знаю. О, как с тобой сложно, дама. Ну. Подружка. Мне просто интересно, она... Вот. Сейчас щелчок будет, она исчезнет, что ли? Ой, твою мать! Ой, тихо, тихо, тихо. Хорошо, я все понял. Я ухожу. Извините. Извините. Это была моя ошибка.
Не желаю, не желаю. Заберись, заберись, давай, прыгай, 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 прыгай. Ну лезь ты внутрь, ну. Так, все. Вырубило вовремя. Где еще одна батарейка? Я сейчас что-нибудь себе сломаю, если так будет продолжаться. Ох, хорошо. Блин, ну где вот она? Я уже все буквально обыскал. Япона мать. Если мыслить логически, то она должна быть в самом опасном месте. Тем более, что тут ее нигде нет. О, хорошо. Наверняка вы уже, наверное, увидели ее. Блин, да где она может быть? Ну, нигде же нет. Фу, явно не тут. Вот она, елки-палки. Запрятали, да? Уроды. Использованная батарейка. Вот, вот теперь. Теперь разговариваем. И что мне делать дальше? Батарейки мы собрали. Теперь мы можем светить. Теперь мы можем уйти, может быть, отсюда. Сейчас, как обычно, страшный-страшный звук, и я двигаю кони. Ну, давай, покажись. Хотя лучше не показывайся, конечно, вообще. Она явно где-то здесь. Закрыть. 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 Сейчас вылезет, по-любому. Она близко. Мне так спокойнее будет. Сейчас будет громкий звук, приготовьтесь. На, на, получи, получи, на. Сдохни, сдохни, тварь. О, так, ладно, это было страшно. Что я делаю дальше? У меня нет никаких объяснений. Почему эта песня продолжает играть? Почему телефон? А, так... Почему компьютер? С компьютером-то чё? Я не знаю, честно говоря, что делать дальше. Сядем на стул, будем ждать эту уродину. Андроид просто висит в воздухе. Так, я застрял. Так, фонарик что-то дохнуть начал. Ну и чё? Хорошо. Фонарик уже подыхает. Лады. Да, блин, опять ты посмотри. Что мы делаем дальше? Мы уже все обыскали, облазили, обнюхали полностью. Заняться нам тут, по идее, я даже не знаю чем. Странно. Батарейки, кстати, уже садятся. Фух, этот компьютер вообще не включается. Да, интересно.
шарахнуть там, я не знаю, чтоб милиция приехала, полиция или кто там у вас, в Швеции или Норвегии какой-то язык. Короче говоря, даже не знаю, что делать мне. Батарейки мы получили, но больше какой-либо цели перед нами не поставлено. Мне сказали только, что Свет мой союзник, не более. Что, по последнему раз давайте обойдемся. Возможно, что-то найдем интересное. Ну, честно говоря, что-то сомнения появились. Невозможно на этом все. Так, хорошо. Да выключит уже этот кофе, мне уже хватит. Тут уже все обыскано. Тут везде уже все обыскано, да? Страшные картинки. Зайдем еще раз в комнату к Роберту. Посмотрим, что у него тут. Какие-то обновления, может, есть. Понять с ними. Да, спиритуальная доска. Подожди, это же ключик. Откуда он тут? Ипона мать, как я его мог пропустить? Подобрал ключ от аварийного выхода. Круто. Учитывая, что у нас с батарейками такие напряги. Ну вот, начинается в колхозе утро. Использовал ключ. И, по-моему, пора валить. Дверь закрой. Супер. Выход. Ой, 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 не надо. Уйди, уйди. Уйди от меня. Видишь, видишь, плохо тебе с фонарика. Не подходи, я дурной. Я могу просто ударить тебя. Ты не представляешь, на что я способен. Вашу мать, вали. Вали, вали, вали. Это что было? Ебана мать! На мать! У меня фонарик дохнет. Какой нафиг телефон? Я уж думал конец. Увы, отнюдь. Да, фонарик просто в прекрасном состоянии. Батарейкам хана? Да вы издеваетесь, что ли? Я не хочу. О, здесь есть свет. Круто. Как он тут вообще светится? Я не понимаю. Шумать. Это самая страшная игра. Это даже страшнее, чем та игра про ребенка. Тихо, тихо, тихо. Вот. Вот, в комнате Роберта есть свет. Если что, можно бежать сюда. Телефон. Не делай, пожалуйста, ничего со мной. Телефон все, что ли? Я ничего не хочу. Что дальше?
Я спрятался, если вы не против. Ой, как страшно, ёлки-палки. Вот теперь вот страшно по-настоящему. Там было просто моментами. Да вы издеваетесь, что ли? Она хочет, чтобы ты ушел. Дай, дай мне. Так, свич. Может быть использована, когда батарейки кончатся. Но мне нужна зажигалка. И где же мне взять зажигалку? Ну не надо, ну... Пригодится, ты знаешь, что пригодится. Ну чё, шик? Куда мне идти? Где мне взять ключ? Я уже обрадовался. Круто. Я так понимаю, что это меня не защитит от этой ведьмы. Взять ключ. Ну, офис теперь просто какой-то филиал ада, я бы сказал. Свечка, надеюсь, не потухнет. Фух, так, ладно. Сейчас из темноты выпрыгнет на меня. Что тут? Да подвинься ты, ёлки-палки. Вот еще не хватало из-за того, что что-то застрянет, помереть. Свечка. Свечка, прекрати. Свечка. Свечка, зачем ты это делаешь? Ладно, не обращай внимания. Вон она стоит. Я вижу ее. Но придется ее как-то выманить на свет. Иди сюда сейчас. Хват. Я бросил. Нормально? Сейчас работает датчик огня. И у нас откроется аварийный выход. Нет? Я все правильно понял? Важно, возвращаемся. Подожди, точно? Ой, твою мать, я понял, понял, все хорошо. Все, ладно, ладно, угу, хорошо. Луна, мать. Ой, что это было? Что это было? Твою мать. У меня мурашки просто по коже, я не знаю, табунами ходят. Все, включился свет, аварийка.
Я выхожу домой. Почему ты такой? Я не знаю. Может, тебя били в детстве много? Почему ты бегать-то не можешь? Ну что ж это такое? Это, блин, меня просто уже... Ой, ладно, просто выходим отсюда. Смотрите, он ходит, как я не знаю, как вот этот. Ну, там слюну пустил. Так, ну, в принципе, мы ее, ну, не убили, конечно, но... Смотрите, сейчас долго-долго так... Убери такого. Капец. Как это можно вообще? Хватит это терпеть. Я думаю, от огня ей было достаточно больно. Хотя она призрак. Ладно. Может, там от Роберта еще весточка пришла. Сколько у нас тут всего произошло, да? Интересно, тут сохраняться можно? F5, F6 не работают. Просто в игре есть кнопка Load. В меню. Интересно, для чего она. Так, ну... убил ее, вполне может убить и меня. Что делаем дальше? Фу, мне бы, конечно, стульчик вот этот поднять. Кинуть. Блин, я не хочу сюда идти. Если я сейчас умру, простите меня, но мне кажется, что выход-то там. Нет. Мне нужно... А, нужно потушить этот фонарь. У нас же где-то был огнетушитель. На самом-то деле, точно. Ох, только я не помню, где. По-моему, в моей комнате. У Робби нет. Хорошо. Огнетушитель. Где же ты можешь быть? Да. Хотя, может быть, мне тогда кофейницей полыхнуть, чтобы на пламя полыхающее. Не знаю. Или может у нас тут огнетушитель где-то стоит? Вот, отлично. Нужно потушить фонарь. Ой, ну фонарь, все, я уже чуть не то несу. Пламя нужно потушить, если я хочу выбраться отсюда. Добрый день. Они просто следят за мной. Да. Обычный денек в офисе. Да потуши ты, елки-палки. Я что-то не так делаю. Вроде бы все правильно. Фу, хорошо, ладно. Дверь закрыта. Тогда какого черта я сюда вообще хотел переться? Я не понимаю. Ой, меня уже просто добивает эта ситуация. Почему? А вон, смотри, что-то новое. Почему я не могу просто разбить стекло и выйти отсюда? Ну, не знаю, может у них стекла армированные. Кто их знает? Свечка моя. Добрать ее не могу. Теперь. Хорошо. Раз нам нужно было в эту часть, что в этой части нам делать? Пойдем в комнату. Компьютер не работает по-прежнему. Это я не хочу выключать никогда в жизни. Возможно, тут что-то появилось. Ух, я, честно говоря, от этой игры уже настрадался. У меня просто грудь уже болит. Она долго еще такая. Я думал, посмотрю это в течение 5 минут. Оказалось, вон оно как. Так, ну и что? И что теперь? Раз нас сюда звали.
Нет, честное слово, я хочу выбраться. Наш герой говорит, хочешь выбраться, потушив костер. Потушил. Что дальше? Возьми стул, сломай окно. Ага. Давайте еще раз сюда зайдем. По крайней мере. Так, что ж ты сердце такое заходишься-то? По крайней мере, вроде от этой твари избавились, да? Ну, хорошо. Следовательно, проверим. Вот. А, нет, показалось. Мне показалось, что что-то на полу лежит. Вообще ничего. Так, возможно, теперь у Роберта какая-то записка появилась. Потому что я не вижу никакого тут вообще варианта решения этой проблемы. Мы не можем выйти отсюда. И все тут. Хоть ты лопни, хоть ты тресни. Еще одна записка. Я думаю, время отправиться домой, Роберт. Я бы рад. Спасибо, Роберт. Добрал последние слова Роберта. Хорошо, теперь куда же мне двигаться? Ну, судя по всему, мы направляемся все-таки туда или туда. Давайте сюда сначала сходим. О, как я медленно иду. Блин, это было страшно. Я думаю, еще ничего не кончилось. В конце будет жуткий скример. Если я к нему готовлю, но я знаю, что когда опять это произойдет, я просто помру. Ладно. Идем походкой больного радикулитом человека. Конечно же, нет. Возможно, мне нужно... Подожди, Роберт написал записку. Что это нам дает, эта записка? Ну, чисто по игровой механике сработал какой-то скрипт. По смыслу. Возможно, он где-то оставил ключ, типа теперь ты можешь проваливать отсюда. Я просто не понимаю. Нет никакого ключа. Что-то я не вижу. Да вроде нет, вроде все в порядке. Возможно, в моей комнате что-то есть. Куртку по-любому нужно забрать перед тем, как уходить, верно? Ничего тут нет. Хорошо. Ладно, все. Идем к центральному входу. Кстати, ждите Зманухи. Она по-любому сейчас будет. Крепитесь. Я не смогу, так хоть вы. Ну, давай. Выпусти меня. Пожалуйста. О, офигеть. Ну, это заняло порядком времени. Сейчас будет скример. Наверняка ведь, ну. Обернулась, и там, да, я знал. Это было слишком ожидаемо. Ну что ж, на этом игра кончается. Ты сбежал от черной ведьмы или нет? К сожалению, ты не нашел никаких зацепок. Остался один вопрос. Вернешься ли ты завтра? Что я могу сказать? Это было очень страшно. Как вы видите, я давно так не... Я натурально орал временами. Прекрасный хоррор. Не могу сказать, что самый страшный. Я думаю, про ребенка он то хоть и более примитивно гораздо. Но, на мой взгляд, было более страшно. Здесь пугало больше именно ожидание чего-то нехорошего, что произойдет. Но при этом было очень много таких моментов, где просто тупо не понимал, что происходит. Маленький там в 3 пикселя где-то батареечка лежит. Попробуй, найди. Но, тем не менее, мы справились, нашли
Игрушка просто огонь, к тому же очень красивая. Надеюсь, вам понравилось так же, как и мне. Для меня это был полноценный фильм ужасов, в котором я принимал участие, исполнял главную роль. И такого со мной, вот таких ощущений у меня не было очень давно. Очень крутой инди-хоррор, крутейший, наверное, за последнее время по исполнению, но не самый все-таки страшный, хотя и очень-очень страшный. В принципе, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Комментируйте, ставьте лайки. С вами был Артур. Увидимся. Всего хорошего. Пока-пока-пока.